И вот мы приехали к Морскому собору. Погода вполне приемлемая. Хоть тучки на небе, но иногда проглядывает солнышко. Сейчас немножко послушаем экскурсию. Около памятника Федору Ушакову экскурсионная группа стоит. Немножко послушаем. Тише, захватил вход и будет на него смотреть. Да. Сам. Слушай, я в собор пойду. Сам пойду. Пойдем. Хочешь, здесь зайдем, хочешь, центральный. А выход? Думаешь? Давай ты заходи, а я отойду издалека, сниму и зайду тоже, хорошо? Хотя мы потом все равно туда пойдем. Ну туда пойдем. Угу. Ну пойдем. Через фотоаппарат там можно снять? Ну вот я сам так не фиксирую, это прям ну, можно открыть. Так, а у меня такой аппарат. Пожалуйста, поближе к экскурсоводу. Лен. В соборе размещены доски, годовые доски, начиная с 1695 года, где указаны все катастрофы морские, погибшие корабли, погибшие моряки. Вот, для примера, 1740 год.
1770 год, Чесменское сражение. Памятные доски идут по часовой стрелке по периметру всего храма. Начинается с Азовского похода Петра 1695 год и кончается 1814-15 годом. Thank you.
Прошу прощения, заканчиваются памятные доски 1917 годом. Вот она. Также затронут советский период, но в основном единичные здесь судьбы моряков и кораблей показаны. И, к сожалению, есть пустые.
Выход открыли сбоку. Вот мы вышли опять на площадь перед Морским собором. Памятник Макарову. Так, сейчас развернемся. А вот Морской собор. На площади перед ним выложен огромный якорь. Вот по нему мы сейчас идем. Вот, и как раз как по заказу выглянуло солнышко. И купола заблистали. Отсюда виден якорь и собор. Вот такая вот красота. Памятник Макарову. Так, а это, если я не ошибаюсь, захоронение революционных времен. Сейчас подойдем поближе. Это у нас братская могила рабочих и матросов, погибших во время Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны 1917-1921 год. На граните выбиты фамилии. Вот, не только Великой Октябрьской социалистической революции, но также 905-906 год. Бесстрашно выпали в борьбе за свободу. И подвигом путь октябрю озарили. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.